Всем привет, друзья! У микрофона Феникс. Мы продолжаем с вами играть в Человека-паука. И у нас уже глава 3 в тени прошлого. Вы можете почитать, какие что пишут в новостях. Многие уже вроде у людей начинает паника про, может быть, уже узнают или догадываются, что есть вирус. Человек-паук спасает планшет. Кстати, ребят, та миссия у нас, так сказать, одна миссия у нас пропущена, потому что там произошел небольшой глюк. И, оказывается, игра умеет такое свойство, как вылетать. В общем, ну там маленький вообще кусочек, в общем, там ничего интересного не было. Мы спасли с планшет, мы нашли какую-то журналистку, спасли планшет. Теперь у нас есть планшет этого самого доктора. По ходу дела у нас еще кто-то целится. Ага. Походу по городу мы теперь будем ходить не одни. А ничего, так если у нас как бы целится. Надо от них уйти. Но я думаю, это ничего сложного. Помните парк? Здесь мы сражались с гигантским роботом. Придется снять еще раз. Все. Фух. Эй, Человек-паук. Это Уэйти Ченг. Ты сделал вас отличные снимки, и я решила, что ты мне еще пригодишься. Ха, кстати, вот она, и эта журналистка. Если ты сделаешь фото в помощь моим статьям, мы сможем объяснить людям, что происходит. Я пришлю детали, скажу, какие снимки нужны. Я знаю, что могу на тебя рассчитывать. 10:30, уличный грабеж, отбой. Мелких преступлений не бывает. В паук в чем-то прав. Так, давайте письмецо сразу проверим. Почему-то я не могу письмецо открывать. И это не могу почему-то открывать. Здесь что-то есть. Доставить полученный материал Коннорсу. У нас горит здесь. Горит вот здесь. А, это почему я не могу нажать-то туда? Странно. Ладно, но по заданию нам нужно туда лететь. Человек-паук спешит на помощь. У-ху! Е-ха-ха-ха-ха! Так, что-то внизу вижу. А, ничего полезного. Вот сюда нам. О-хо-хо-хо-хо. Вот так вот. Отлично! Теперь можно работать. Так, так, это док? Хорошо. Очень хорошо. Вы что, в магазин успели сходить? Я заказал кое-что с доставкой. В смысле кое-что? Ты же сам сказал, что твоему компу 6 лет. А где вы взяли деньги? С кредитной карты. С карты? Да, на полке лежала. Ты ведь сам сказал, нам здесь нужна нормальная лаборатория. Но это карта Стэна! Неплохо. Он меня убьет. Сколько вы потратили? Точно не знаю. Я просто снимал, пока она не кончилась. Не волнуйся, осталась всего одна позиция. Надеюсь, не джакузи. Образец ДНК этих новых гибридов. Последние фрагменты, и картина сложится. Судя по всему, недостатка в образцах нет. Найдешь из чего выбрать. Я этим займусь. Продолжайте работу. Я позвоню Гвен. Гвен, это я. Человек-паук? Не знал, что вы знакомы с Гвен. Она спит. Док, не знаю, что вам наговорили. Я пытаюсь найти вакцину. Я слышал, что ты помог Курту Коннорсу бежать из больницы. И еще я слышал, что охранникам в моем архиве поломали носы. Мы тут на карантине. У всех жар, тошнота, не поработаешь. Роботы передают, что гибриды все еще в здании.
И ты, паук, говоришь мне, что у тебя есть вакцина. Коннор сможет сделать сыворотку, Смайт. Мы твоя последняя надежда. У меня есть вакцина. Я почти закончил. В ней будут наноботы. Они поступают в кровь и разрушают чудовищно уровни клетки. Единственный способ остановить чуму – аннигилировать носителя. Смайт, послушай. Это не вакцина, это яд. Коннорс там с тобой, да. Вот что, паучок. Если вы сделаете свою вакцину скорее, чем я свой нанококтейль, вперед, лечите этих тварей. Правда, Коннорс знает, что темную сторону не вылечишь. Ее можно только уничтожить. Смайт, стой! Такая вот у нас борьба за выживание. Так, почему я не могу туда нажать? Написано, доступно улучшение. Почему-то я туда мышкой теперь нажать не могу. А, может быть, из-за того, что я переходил на джойстик? А, во, теперь мне, оказывается, этими кнопками стал. Ну, возможно, из-за того, что, да, я переходил немножко на джойстик. А, так, нет. Пробовал с джойстика играть, но как-то там слишком неудобно для меня, можно сказать. Так, а добыча паутины, это что значит? При бесшумном устранении человека... противника толку. Таймер, это что? А давайте таймер увеличим, хотя я им редко сейчас пользуюсь. Лучше так со спины, быстрый бой. Вот это, кстати, надо улучшать. Походу дела, это вот это круто. А следующее сколько будет? 6 ударов, да? То есть там супер прием сразу появляется. Это на сильных врагах. А, должно помогать. Так, и надо сменить костюм. Блин, что-то мне этот костюм не очень. Давайте вот этот возьмем. Смотрите, наш паучок, кстати, стал видоизменяться. То есть у нас стал пачкаться костюм, резаться. Чем дальше мы проходим по кампании. Так, это что, мы уже прошли? Поговорим с током. Мне нужен образец. Ему нужен образец. Это намек на то, что на следующую миссию. Чтобы завершить вакцину, Коннорсу нужен еще один комплект образца ДНК из одного из гибридов, сбежавший из Оскорп. Для паука это не проблема. Ну что ж, придется поймать кого-то из них. Коннорсу для вакцины нужна ДНК твари, заразившей всех в Оскорп. Я думаю, она ушла в канализацию. Перестань эту нос откушу! Должен вас расстроить. А как он тут оказался? А что с ним делать? Это недоразумение. Вы не должны находиться здесь. А, ты выпустил меня? Зачем ты тащишь меня назад? Черт, а как его выбросить? Куда его тащить? Я даже не знаю, куда его тащить. А, Коннор спросит. Ля-ля-ля, это я метку поставил. А что доставить в... Коннор... Стоп. Как понять... Ничего не понимаю. А, во. Вот сюда, что ли, его доставить надо? Надо ее пометить. Допустим. Я сейчас обмочусь! Не надо так! Не надо мочиться, чувак. Окей, окей. Эй! Возможно, у нас 10-22. Изменение, отбой. Это наверняка. Кажется, это ваш парень, да? Ну что, сделаем эту миссию такой. Мелких преступлений не бывает. Что ж, попробуем сделать второстепенную миссию. Как дела, Человек-паук? Тебе это понравится? Я нашла тайную лабораторию. Связана ли она с Оскорп? Часть ленты секретных планов Смайта. Пытливые умы хотят знать это. У меня есть только ее координаты. Но, как я поняла, ты там найдешь массу полезного. И да, конечно, ее хорошо охраняют. Удачи. Спасибо за подсказку. Я обязательно загляну. Даже в такое время есть грабители.
И мы спасли жителя. Огромное спасибо, паук. Главное, что ты все-таки жив. Не раскисай. Так, я слышу звук, значит, где-то есть... У нас 510, гонки, отбой. Так не пойдет. Так, что это такое? Машинка появилась. А что такое машинка? Проберитесь. Да что же мне все проберитесь, да проберитесь. Как мне посмотреть? Легенда. Привет, человек, постарайся сделать пару фото моих противников. Не под рукой. Да-да-да. Так, сюда вообще мне идти. А здесь что такое? Проберитесь. А что здесь? Что это за лампочка? Давайте вот здесь попробуем сюда отправиться сейчас. Попробую то задание сделать. Ну, сделаем эту серию такой. Изучающий город. Так, что мы там наблюдаем? Так. И что мы видим? Копы. Начать погоню. Ага. Видимо. Сейчас мы будем за кем-то гнаться, видимо. Грабитель какие-нибудь. Ну да. Воу-воу. Полегче. У-ху. Хе-хе-хе. Чё, не видно? Воу! Я не думал, что будет так трудно. Они меня скинули. За ними. Далеко не уйдете. Я вас вижу. Идите к папочке. Нате вам, нате, нате. О-о-о! Ух ты! А вот так вот остановили бандита. Вау. Загляни к нам в участок. Нет проблем, но у меня супер дела. Уху! Это я возьму. Так, здесь кого-то избивают. Давайте. Хм. Так. И тут вовремя мы. Эй, ху! Чё, всех убил вроде. Спасибо, паук. Вот карточка, я тебе дам любую консультацию по финансам. Супергероям от этого пользы немного. Хотя иногда, признаюсь, я бы хотел быть героем по найму. У-ху. Так, а вот это что за галочка исследования? Давайте посмотрим. Так, и чё? Что-то там наверху, по-моему. Что здесь сделать нужно? И... Не понимаю я, что делать нужно. Давайте заберемся повыше. Войти в секретную лабораторию Аскоп. Нет, ну это основная миссия. Основное задание, и мы его будем делать уже в следующей серии. Давайте в этой мы зайдем внутрь, а в следующей серии мы будем с вами продолжать. Что ж, я вижу, что по карте много второстепенных миссий. Ну, понятно для чего, потому что мы прокачиваемся, зарабатываем очки. И прокачиваем нашего паучка. Что ж, а на этом все. Увидимся в следующей серии. Всем удачи, всем пока. С вами был Феникс.
Ждите следующей серии. Пока-пока.